Всем привет! Меня зовут Лара. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу предложить вам такое интересное видео на тему решения. Данный расклад поможет вам взглянуть на ситуацию с новой стороны, возможно, найти решение и подскажет, чего вы не видите, что нужно делать, чего не нужно делать, и получите совет. Итак, начнем. Вначале слушайте сигнификацию. Что за ситуация и причина возникновения этой проблемы. Здесь речь идет о женщине. Женщина достаточно такого высокого положения. Какие-то происходят изменения. Возможно, речь идет о каких-то официальных переговорах, либо встречах. Возможно, это с вашим боссом. Речь идет о официальной персоне. Причина. Какая же причина возникновения данной проблемы? Вы знаете, я вижу, что речь идет, скорее всего, здесь рассматривается вопрос с работой. Вопрос с работой, с деньгами, какие-то у вас ограничения, что-то произошло у вас. Здесь, скорее всего, работа связана с финансами, официальное лицо. И чего вы не видите в этой ситуации? Вам закрыт доступ к этим деньгам. Возможно, вам не выплатили какие-то деньги. Возможно, речь идет о работе, и вы не получили какие-то деньги, вами заработанные, либо это зарплата, либо это аванс, либо вот что-то, какая-то идет, речь идет о каких-то выплатах. И вас поставили в ограничение, и вы не можете выйти из этой ситуации. Вам закрыли. Деньги, я вам хочу сказать, не маленькие. Эта ситуация зависит от мужчины. Мужчина либо чиновник, либо ваш босс, либо ваш начальник, либо вот что-то такое официальное. Он работает в каких-то структурах. Мужчина такой, знаете, скрытный. Мужчина, не показывая своего истинного намерения, и с какой целью он это делает. То есть вас, грубо говоря, поставили в такие жесткие какие-то рамки, в жесткие ограничения и не дают вам двигаться, закрыто вот для вас эта ситуация. К чему все идет? Вы знаете, скорее всего, вам придется обратиться в суд. Да, ситуация, скорее всего, да. Да, вам придется, скорее всего, обратиться в суд. Здесь так дело вы не сможете разрешить самостоятельно. Давайте посмотрим вам совет. Да. Ну, карты говорят, что вам может помочь какой-то мужчина, даже вот в этом ситуация, связанная с судом, вам поможет некий мужчина. Даже я вижу, что вас могут, знаете, возможно, эта ситуация вас подводит к каким-то новым отношениям. Потому что я вижу, что вот эти ограничения, которые у вас есть, они вас подводят к какой-то ситуации, как будто знакомство с новым мужчиной. Сначала это, возможно, вы будете обращаться в суд, возможно, вы будете нанимать адвоката. Это такой, знаете, будет, этот человек поможет вам. Человек такой зрелый, благородный, человек, вы будете с ним общаться, это будет такое общение, все. А он поможет вам. И, возможно, даже его приведет к браку. Да.
Ну вот так вот, знаете, как говорится, не бывает худо без добра. Я благодарю вас за внимание, за такой коротенький расклад. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки, дизлайки, пишите свои комментарии, замечательные в своей жизненной истории. А я вам желаю всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.